Всем привет! Меня зовут Максим. Работаю я в компании «Остров Машин», которая является официальным дистрибьютором техники «Люгон». Сегодня мы покажем вам вот такой замечательный грунтовый каток, полноприводный. «Люгон 6616Е». Масса машины идет 16 тонн, точнее 15,5. У нас идет нагрузка на передний валет 9,5 тонн, сзади 6 тонн. То есть основная нагрузка идет у нас на валет. Ну, давайте откроем капот и посмотрим, что у машины внутри. Машина имеет экологический стандарт Tier 2. Соответственно, машина простая, вот, без всяких там коммонрейлов, есть любое дизельное топливо, что, ну, как бы в наших условиях немаловажно. Движок Cummins, вот, с дополнительным воздушным охлаждением, интеркулером, ну и турбированный, соответственно. На катке установлены гидронасосы производства фирмы Danfoss, вот, это аксиально-поршневые насосы. Этот насос на движение, этот насос на вибрацию. Вот здесь у нас установлен гидромотор, который приводит движение заднюю ось. Здесь стоит тоже гидромотор Danfoss, который приводит движение сам каток, ну, передний валец. По поводу света. Свет у машины светодиодный, но, как бы, если была бы у нас ночь, я бы сейчас вам показал, светится как елка. В принципе, все видно отлично и... Работают на федеральных трассах машины у нас сейчас в данный момент. Вот, и там шелковый путь этот строится. Вот, наши катки работают. Вообще катки очень долго в Воронеже, вот в Воронежской области работают. И прям отзывы у всех отличные. Кто купил каток «Люгон», тот придет за вторым. Это вот, это уже как правило работает. Когда открываем капот, то, ну, можем здесь добраться, что-то там, фильтра поменять. Вот. Здесь у нас есть доступ, можно, соответственно, здесь встать, вот они, фильтра. То есть, в принципе, до всего, до чего нужно дотягиваться, вот, есть возможность дотянуться без всяких проблем. Либо снизу, либо встал вот сюда, на подножку стоишь, как бы. Машина сделана достаточно комфортно в плане обслуживания. Радиаторы идут на, соответственно, охлаждение, на двигатель, на гидравлику, вот, на кондиционер. Машина с кондиционером, что немаловажно. Так, машина, соответственно, с трансмиссией гидростатической. То есть, когда мы залезем, ну, мы увидим, как управление. Ручкой дергать не надо. Нажал, вперед, назад, вот. Соответственно, газульку подкрутил. Машина едет, ну, как назовем это, автомат. Очень хороший обзор. Кабина комфортная. Сиденья граммеровские стоят очень удобные. То есть, соответственно, ну, как бы, как обычно, все настройки идут вперед-назад, вот, там, насколько там подвес подобрать, сиденье, вот, сиденье очень комфортное в движении, ну, я пробовал, мне удобно. Машина с кондиционером, большое количество различных дефлекторов, которыми можно настроить, ну, там, правильно под себя потоки воздуха, чтобы стекла не запотевали, чтобы муха не дула, вот, как нужно, так настроите. Вот, соответственно, снизу тоже, получается, дефлекторы идут. Ну, как бы максимально комфортно можно настроить все. Здесь у нас магнитола, рулевая колонка регулируемая. Можно также, соответственно, настраивать под себя. Вот. Ну, на самом деле, у катка достаточно простое управление. Тут много... рычагов всяких нет. По поводу управления катка. Каким образом мы им управляем? Движение осуществляется посредством вот данного джойстика, назовем его так, рычага, кому как удобнее. Нажали вперед, накрутили газульку, насколько нам нужно, ручную газульку, вот, и машина поехала быстро, медленно, так, как вам необходимо. Вот, здесь переключили, включили назад, машина поехала назад. Вот, что касается скоростей, здесь у нас стоит зайчик-черепашка на переднюю скорость, на заднюю скорость. Ну, в смысле, на движение вперед, на движение назад. Вот,
какое вам нужно в зависимости от ситуации, то там рабочего момента такой и включаете. Вот. Что касается вибрации. Вибрация работает в двух режимах. Режим, назовем так его, малой амплитуды, режим максимальной амплитуды. Вот. Для того, чтобы запустить саму вибрацию на вальце, нам достаточно нажать вот эту вот кнопочку, вот, и машина начинает вибрировать. Отжали кнопочку, машина перестала вальс вибрировать. Так, по поводу самого вальца, что хотелось рассказать. Это самое главное устройство в этой машине. Вот, это валец. Валец у нас, как известно, может работать, к примеру, посредством маятников, которые есть там большой, малый, ну, кому нужно, поковыряйтесь, найдете, как это устройство работает. Вот, маятники сами по себе, когда в процессе работы, ну, они имеют достаточно большой износ, и это одна из тех вещей, которая часто выходит из строя, вот, и имеет наиболее самый дорогостоящий ремонт вообще, вот, что касается катков. То есть самая большая проблема, это когда у тебя, соответственно, поломалась там система вибрации, назовем так. Вот. Здесь у нас стоит более современная система, более современная, простая и надежная в то же самое время. То есть это шарики, которые катаются в масляной ванне. Это более продвинутая, скажем так, система. И за счет вот плавности самого хода и отсутствия каких-либо ударных нагрузок, вот, данные вальцы крайне редко выходят из строя. То есть, по сути, там нечему ломаться. Вот, нечему ломаться. И в то же самое время, ну, система работает с большей амплитудой, нежели это будут вот система там маятников, которая стоит там у других различных производителей. Машина очень надежная, вот, но если вот так вот смотреть в целом, наверное, сейчас на рынке это одно из самых лучших предложений по поводу цены и качества, вот именно сочетание. По качеству машина не уступает немцам и при этом имеет, ну, гораздо более интересный ценник, нежели они, особенно сейчас в современных условиях. Колеса, ну, как, в принципе, наверное, и положено в нормальной технике, касаемо катков. Колеса здесь идут заполненные, ну, назовем так, жидкостью, рассолом. Вот, то есть там должна литься что-то вроде тосола, какая-то жидкость. Вот, нужно это, соответственно, для того, чтобы в случае какого-то прокола колеса, ну, вы продолжали спокойно работать. Данный каток вы можете приобрести у официального дистрибьютора техники Люгонг «Остров машин». Покупайте, машина отличная, не пожалеете.